Ехал я в деревню Фомиха, где это я не знаю. Вот и посмотрим. Там разбитая церковь. Конец цивилизации. Все, что осталось от коммунизма. Прикольно было. Правда, вон шел. Или мы еще не доехали. А, вот она. Только начинается. Немного ошибся. Поле. И на этой дороге мы дрона запускали. Он, видимо, есть грибы. Раз там народ на машинах. Вот такой здесь прекрасный вид. Но летом здесь куда красивше. Я себя вообще не вижу. Щуриться приходится. Солнце в глаза светит. Что-то где-то летит. Вот за тем полем, вон где там деревья, вон там, находится озеро Нерадово, на которое я все тоже обычно езжу. Впереди Макарих. Вот Макариха. Сейчас через нее проеду. Там еще немного останется до круглого, а за круглым это Фомиха. Так. Дмитриков, короче. Вон там он еле видно. Здесь у них какая-то река. Если это можно назвать рекой. Я тут как в цирке стою. Оттуда я приехал. Туда еду. Ну вот сейчас видно, что Дмитриково. В общем, вот такой вот мост. Речушка. Прикольно. Главное, телефон не уронить.
такая вот река сзади. О, деревня или села Дмитриевка. Ну, в общем, здесь такое. Красиво все. И вообще надо менять селфи-палку, вся скрипит уже. Хоть я ее реанимировал, но толку ноль. Так, вот туда. Вот таким образом я тут перебираю. То еще машина переедет. Ладно. Надо ехать дальше. Не знаю, куда та тачка едет, но явно не сюда. Вот такая тут красивая природа. На фотоаппарате все. Видно, куда лучше. Там какая-то зверюшка, но она уже убежала. А вот тут я никогда не был. И куда дальше ехать, я не знаю. Вон Круглого со своей разрушенной церковью. Но там я уже был. Ладно. Сейчас буду ехать. Когда через эту деревню, а там решу. Такая дорога в поле. Вон куда-то поехала машина. Всего скорее мне за ней. Та дорога или нет, не знаю. Раз идут провода, значит, там есть цивилизация. Еду, как в песне, солнцу навстречу. Все-таки я еду по той дороге. Ну ладно, карта почти открылась. Самое главное, я уже вижу, что это дорога та. Все правильно я еду. Я почти добрался до этой помехи. Тут дорога. Только на танке ездить. Ладно, осталось чуть-чуть. И я буду в ней. Вон тут вроде как коров гоняют, идут. Вот это здесь красота. Вон солнце садится. Вот. Помеха, судя по всему. Почти приехал. А вон там подальше вышка. Понятно, откуда здесь 3G. Пошел-то к уху. Вон она. Солнце уж почти вот села. Она стоит. Я доехал до нее. Вот такая тут мощная церковь. Но похоже, в нее не попасть. Потому что они вон дверь тут железную поставили. Вовнутрь я не попал. Там стоят железные двери, запертые на ключ. Сейчас пойду в колокольню посмотрю.
такая интересная колокольня изнутри. Там он какой-то, то ли бревно, а нет, это кирпич висит. Вот так вот она выглядит изнутри. Вот такая она с другой стороны. Тут вот тоже памятники старые. Возможно, я даже сейчас хожу по старому кладбищу вокруг церкви. Вот, разбитый памятник. Хотя вон та дверь вроде открыта. Сейчас попробую пройти туда. Ну, в общем, зря я, получается, все равно не приехал. Хотя посмотрел на эту церковь. Вот она. Сзади у нее колокольня вся разбитая. Двери все закрыты. Стоят железные двери, туда не попасть. Внутри не удалось посмотреть, чего там. Что там, как дальше? Внутри. Надо приезжать днем, либо когда они тут открывают. Все это увлекательное занятие. Но надо ехать домой, потому что закат, ехать придется по темноте. Хорошо, дорога не оживленная, проеду по темноте. Здание церкви. А еще здесь хороший интернет. Здание церкви очень интересно, поэтому приедьте, посмотрите сами, если будет такая возможность. Раз здесь столько машин в деревне, значит, люди как сюда проезжают. Вот, отлично. Не зря все-таки съездил. Смотрел на церковь, которую хотел посмотреть. Надо ехать. Вообще здесь интересная деревня. Даже вон ничего не украли, все на месте. Ладно. Как говорится, всем пока. Как в фильме ужасов. Туман. Вот жалко, меня не видно. И там туман. Хотя не, меня вот так на отблеск неба видно. А вон там уже видно месяц. Так что может так будет видно. Ну ладно, вот так зато видно. Так что надо крутить педали до цивилизации. Вон там вдали стоит дом. Не знаю, плохо его, наверное, вам видно. Вот он. Тут, короче, глушь. И никого. Тут только снимать фильм ужасов американский. Какая-нибудь техасская резня бензопилой. Дом посреди поля, в лесу. Вот и темень. Надо включать фонарь. Так. А надо мной вон что-то летит. Какой-то самолет. Причем низко летит. Классная зарка. Ну все, еду в темень, в незнакомый лес. Вам не видно, но там, вон там, первый огонек цивилизации. Вообще супер. Я нахожусь в поле, тут туман, холодно. А я оделся как летом. Вот это прикольно. А раньше... Так, это я вырежу. И такие дела. Еду с фонариком. Оп. Да. Ничего не видно. Видно только, что закат.
Вон там цивилизация. Не, вот этот огонек. Вот он где-то моргнул. Вот-вот. Ну, в общем, где-то там. А вот и цивилизация, асфальт. А вон огоньки. Это круглого. Я приехал вон из того поля, где луна, где он то зарево. Было здорово. Реально здорово. Там вон сзади тоже какая-то деревня. Немного домов. Ладно, едем домой. Сидя на остановке в деревне. Ночь, холодно уже. Но прикольно тут. Даже пар идет.